Дмитрий Ульянов родился 26 октября 1972 года в Москве. Детство прошло сначала на Большой Бронной, а затем в районе Орехово-Борисово на юге Москвы. Чтобы не быть слабым в уличных потасовках, Дмитрий занимался дзюдо, но спорт потом пришлось оставить из-за сильных головных болей. В 1989 году окончил 10 классов средней общеобразовательной школы, где учился, по словам самого актера, нормально, средний, не был двоечником и не был отличником. Сразу после школы поступать в вуз не стал. Один год работал библиотекарем в медицинском училище, где преподавала его мама. Год спустя попробовал поступить в Щукинское училище, но переоценил силы и засыпался на конкурсе. Проучился год в платном колледже искусств, после чего поступил в школу-студию МХАТ на актерский курс, где преподавал «Авангард» Леонтьев. Из школы-студии его отчислили спустя 2 года учебы, так как, будучи студентом, он нарушил запрет на участие в съемках. Снялся в детской телепрограмме «Будильник». Покинув школу-студию МХАТ, Дмитрию удалось перевестись в высшее театральное училище имени Б.В. Щукина, которое он окончил в 1998 году. Актерский курс Евгения Князева, получив специальность «Актер театра и кино», в том же году был принят в труппу Государственного академического театра имени Е.Б. Вахтангова, где прослужил до 2004 года. В 2015 году вернулся на театральную сцену, став актером театра «Элла-театр» в Москве, где в настоящее время занят в антрепризных спектаклях режиссера Вадима Дубровицкого, «Любовь Ф. Милт Минвилл» и «Вишневый сад», Ермолай Лопахин.